Здравствуйте, меня зовут Екатерина Голдина. Вы смотрите программу «Афиша» на телеканале «Самара ГИС». Подошла к концу рабочая неделя, и самое время построить планы на выходные. Давайте вместе составим насыщенную и интересную культурную программу. 10 ноября в 19:00 в музее-галерее «Заварка» состоится открытие выставки, посвященной новатору цветной фотографии в России Сергею Прокудину-Горскому. Он создал собственный рецепт печати и добился лучшей цветопередачи изображения. В начале 20 века он взялся за свой самый известный проект, в котором стремился показать жизнь народов, проживающих на территории Российской империи. В своих экспедициях фотограф успел запечатлеть крестьян из сельских областей России, кочевые народы Средней Азии, этносы Кавказа и многих других жителей страны. Он создал живой портрет империи. Его цветные фотографии поражают не только правдивой картиной жизни дореволюционной России, но и содержат этнографическую ценность. В экспозиции представлено более 20 снимков, на которых хорошо видны отличительные элементы костюмов разных народностей, их дома и предметы быта. Выставку дополняют историко-бытовые предметы и техника, которой пользовались фотографы в начале 20 века. Проект работает до 15 декабря. Вход на выставку бесплатный. В детской картинной галерее работает выставка «Николай Киселев. Человек, сохранивший время». Она посвящена куйбышевскому кинооператору и его участию в Великой Отечественной войне. Николай Порфирьевич снимал знаменитый военный парад, который прошел 7 ноября 1941 года на площади Куйбышева. А 8 мая 1945 он стал единственным кинооператором в Поволжье, удостоенным чести снимать подписание акта о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. На выставке представлены личные вещи и фотографии Николая Киселева из семейного архива и кинохроника. Экспозиция будет открыта до 19 ноября. Интересно провести время с ребенком на этих выходных можно будет в библиотеке народов Поволжья. 11 ноября проведут литературное занятие «Добрые сказки». Маленькие читатели вспомнят любимые сказки и сказочных героев, отгадают тематические загадки, поиграют в сказочную разминку и выполнят небольшое творческое задание. Начало в 12:00. В театре «Самарская площадь» в это воскресенье покажут постановку «Человек из Подольска». Простой парень из подмосковного городка попадает в полицейский участок. Он в недоумении, так как считает себя абсолютно законопослушным человеком. Но оказывается, полицейским этого мало. Им нужно узнать, почему этот человек так плохо знает свой родной город, почему не видит тех среднерусских красот, которые воспевали великие классики. Допрос превращается в абсурдное и немного парадоксальное действо. Этой постановкой театр приглашает зрителя вместе с героями спектакля порассуждать о свободе выбора, о любви к родине, о власти стереотипов и о том, насколько важно помнить цвет двери в своем подъезде. 12 ноября, начало спектакля в 18:00. На этом у меня все. Выбирайте то, что больше по душе, и отправляйтесь отдыхать. Всего вам самого доброго. Увидимся на следующей неделе.